Может, что-нибудь. Вот, зашел в скупку посмотреть, что тут есть. Ноутбуки интересные такие. Цены такие вот. Lenovo G5070. Я смотрел его на сайте. Интересная машинка. Инструментики. Вот взял для деревни Acer 3280. Интересная комплектация. Оперативки 8 гигабайт. Стоит CCD диск на соточку. Пуляет нормально. Взяли дома. Проверим, посмотрим, что у них еще есть. Ух ты, монетки есть, рублики, цепочки, телефончики. А это что такое? Вот это, а увлажнитель такой? Увлажнитель и очиститель. Интересно. Светильнички, это типа светильники светодиодные. Потолочные. Потолочные. А на сколько они? Ой, я не помню, 55. А 3000 кельвин. На 55? 55. В принципе, это достаточно. 30 будет маловато, а это нормально. Это гироскутер. 2,5. Жель Иван Царевич на сером волке. Наушнички. Надо свою сюда дубленку из 90-х привезти. Так, ну ладно. Всем спасибо. Всем пока. Все на этом. Дома гоняем, проверяем работоспособность ноута. Ноут 32-80. Интересная версия такая. Ну все.